Это сейчас заслуженный тренер России Геннадий Герасимов приобщает к занятиям физкультуры и жителей Ленинского района. За ним даже закреплена должность тренер по месту жительства. До этого он много лет готовил к соревнованиям по военно-прикладному многоборью молодежь. Опыт пригодился. Теперь его спортсмены серебряного возраста покоряют пьедесталы почета Всероссийской спартакиады. Мы со спартакиады России привезли 5 медалей. В виде спорта как дартс заняли 2-е место среди 83 команд. А Щепеткова заняла 2-е место в России по кроссу. Ну и Ольга Чистякова 3-е место по плаванию. Объединенные, так сказать, целями где-то поучаствовать, где-то отдушно, активный образ жизни, короче. Не хотят дома сидеть. И вот вокруг меня как-то около 30 человек. Вот так занимаются. Тренеры по месту жительства, тренеры спортшкол, спортсмены разных возрастов и уровня мастерства. Представители фитнес-центров получили от городского департамента физической культуры и спорта по итогам работы в 2022 году почетные грамоты, письма и дипломы. Номинантов и победителей более 130 человек. Всегда приятно, что отмечают нашу работу. Всегда приятно, что замечают, что у нас есть спортсмены выдающиеся. Вот. Ну и мы приходим гордиться. Конечно, нет у них звездной болезни. Ну, что такое спортсмен? Спортсмен – это тоже человек, а все люди имеют человеческий фактор. Поэтому, конечно, сложно. С людьми вообще сложно работать, поэтому работаем, за это и гордимся. Очень сложно выделять кого-либо, потому что все большие молодцы, все достойные ребята, все, кто сегодня присутствует здесь, все доказали своим трудом, что они настоящий спортсмен, что они настоящий профессионал своего дела. И наша основная задача – развивать спорт в городе. А развитие спорта в городе связано в том числе и с его мониторингом, с тем, что происходит. Мы за всеми внимательно наблюдаем, всех видим, всех замечаем, оцениваем и вознаграждаем по заслугам. После торжественного награждения лучших физкультурников Самары ждал концерт с участием самарских артистов. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.